нужно сделать такой мини-квест по магазину. Мы будем стартовать по одной команде. Засекаем время непосредственно на кассе. Есть, один товар уже нашли. Все, на 7, все правильно. У нас есть уже один товар. 800 грамм. 800 грамм. Вот, подожди. Вот за минуту уже собрали два товара. Это что за фигня? Да. Это просто меня собрали, отвлечь меня. Мне кажется, не так, потому что там еще есть овощи. Наконец-то девчонки увидели, где как находится капуста. Масло какое? У нас уже в корзине три товара, посмотри. Да, уже есть три товара. Дальше поехали. Ну, я хочу отметить слаженную команду. Это 14. Они очень быстро находят те отделы, где нужно найти товары или продукты. Я на вишне, все. Я знаю, что это на куда нам бежать? 22-я касса. Ну все, вот девчонки финишируют. 4 минуты 40 секунд.